Международный конкурс исполнителей эстрадной, джазовой и классической музыки «Хрустальная лира» вот уже в 14-й раз собрал более 150 юных музыкантов России и Беларуси. Председатель жюри – народный артист России и знаменитый джазовый пианист Даниил Крамер. Выступления бобруйчан получили высокую оценку. Учащиеся школы искусств номер 2 имени Оловникова Белик Кирилл, Бугаевская Ольга, София Сказова, Дарья Фадеева и ансамбль «Music Quattro Plus» получили кубки и дипломы лауреатов. Мне конкурс понравился. Мне понравилось, как я выступил, мне понравилось, как другие выступили, но мне немного не понравилась оценка жюри. Только 2 года обучения в школе искусств и уже серьезные награды. София Сказова не представляла, что простая любовь к музыке приведет ее к таким успехам. В свои 9 лет она учится на отделении эстрадного вокала. Юная певица и не мечтала о победе на международном конкурсе. Я думала, что будет намного страшнее. Меня поддерживал в моей песне мой учитель Ольга Сергеевна Овсейко. Я надеялась, что будет какое-нибудь место, например, 3-е, или я стану каким-нибудь дипломатом-лауреатом. Но я совсем ничего не ожидала, что будет 2-е место. Я мечтаю поехать на «Голос дети», чтобы там спеть. Но для этого надо учиться еще больше. За победами стоят ежедневные занятия и репетиции. По словам самих ребят, каждый конкурс для них – новая ступенька в развитии и возможность показать, на что они способны. Важность каждого конкурса невозможно недооценить, потому что дети на конкурсах растут, они себя показывают, они учатся у других. Далее в планах у ребят новые конкурсы и новые победы. Ну и, конечно же, детские мечты о большом успехе. Пожелаем им удачи. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.